Так, первый этап шлифовки половой доски мы прошли. Сейчас будет второй этап. Нужно купить шпаклевку для древесины. Вот. И очистить все. Купить также валики. Ой, валики. Шпателя пластмассовые. Что здесь написано? Работу проводить, старое покрытие. Применять шпаклевку необходимо раздавить водой. Перемешать и получать народную массу. Ну что, будем разбавлять водой. Вот, началась наша шпаклевочка. Шпаклевка началась. И мы смотрим, что же у нас получается. Новый день. Швы я зашпаклевал. Здесь зашпаклевано профессиональной шпаклевкой. Здесь опилками с ПВА. Есть, конечно, свои минусы в опилках ПВА, но есть и плюсы. Плюс это, конечно, цена. Клей ПВА, опилки, это все дешевле, чем вот это. Но минус, сохнет оно, конечно, долго. Поэтому, если вам нужно быстро, как мне, то я настоятельно рекомендую купить профессиональную шпаклевку по дереву. Сосна цвет я покупал. Еще баночку. Такой баночки 1,5 килограмма мне хватило где-то на вот эту вот всю комнату на 40 квадратных метров. Но разводите ее водичкой, чтобы она была такая, как сметана, майонез, вот, короче, в таком русле. То где-то не хватило, придется потом доделывать. Мне нужно уже в аренду брал, нужно быстрее сдавать машинку. Поэтому будем шлифовать повторно уже шкуркой. Это 80-я шлифшкурка. 80-я. Вот. Она уже и будет у нас финишная. Как-то так. Заправляем мешок. Освобождаем. И шлифуем. Шлифуем уже финиш вдоль. Туда, 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 туда. То есть уже диагональки никакие делать не нужно. Доски мы зашпаклевали. Первый раз прошли наждачкой. 40-й. Сейчас будет у нас финиш. Финиш будет 80-й наждачкой. Барабан я уже заправил, поэтому смотрим.